Дорогие мои друзья, приветствую вас на моем канале. Хочу поделиться я сегодня с вами, как буду я запекать в духовке панцетты с картошкой. Я взяла 6 панцетты. Сейчас мы их с вами замаринуем. Что я положу сюда, я вам расскажу. Покажу, друзья. Давайте приступим. Итак, взяли мы панцетты. Нам надо их смазать. Сначала мы посолим. Солить буду я руками, друзья. Так. Сделаем сначала одну. Значит, взяла я паприку, черный перчик, перчик чили, куркуму, друзья. Возьму я майонез. Это у нас будет приправа. Майонеза возьмем немного. Так. И возьму я горчичку. Горчичка у меня остренькая, и поэтому я положу очень мало. Как бы просто придать вкус. Так, друзья, все это дело сейчас мы размешаем. Нанесем все это дело на наши панцетты. Панцетты у меня свиные, друзья. Вот так, тоненьким слоем. Вернем. Это такие длинные. Так. Посолим и эту сторону. Сегодня такой вот обед у нас, друзья. И нанесем нашу приправу. Выпекать я буду вместе с картошками. Эту стороночку пока. Пока нам не надо. Понадобится для картошки. Итак, друзья, все это дело так сделали. Возьмем немножко орегано. Много не надо, потому что если переборщите, будет горчить. Так, потом я еще сверху немножко посыплю. Итак, друзья, картошечку. Потом будет у нас сегодня салат еще капусты с яблоками и с гранатами. Ну, мы пока будем разделываться с нашими панцеттами. Положим мы наши панцетты в нашу жаровню. Все вот так. По очереди. Картошки я тоже буду внутри вместе выпекать. То, что нам не надо, мы будем убирать в сторону. Панцетты мы наши выложили на противень. Взяла я картошки, нарезала вот так крупно, друзья. Посолю. Насыпала я уже орегано. Так, посолим.
добавим нашу паприку. Тоже куркуму, черный перчик, перчик чили и красный перчик. Добавлю я внутрь немножко майонеза. И 1-2 капельки горчички. Ну-ка, надо выходить. Да, мы это достаточно. Это все дело мы перемешаем. Картошка получается румяная, вкусная. А мясо с этой приправой, друзья, получается очень сочное. Вот как-то так. Вот. Вот такую картошечку. И будем мы эту картошечку все укладывать в нашу жаровню рядом с мясом. И запекать все вместе. Нашу приправу соберем. Вот так, друзья, получились у нас панцеттес и картошечка. Сейчас все это дело я слегка нанесу оливковое маслице на панцетты, на картошечку. И будем выпекать. Вот как-то так. Поставлю я это все дело выпекать. И займусь я моим салатом. Салат у нас будет капустный, яблочко, гранаты и укропчик и петрушка. Ну, вот так. Все. Вот так, друзья. Панцеттес наши запекаются. Будем мы нарезать с вами мелкой соломочкой капусту, друзья. Пока будет наша панцетта выпекаться, мы сделаем салатик. Возьму я яблочко. Яблочко я натру на терочке, на крупной. Взяла я половину яблока. Морковку я ложить внутрь не буду, потому что у меня будет гранат и яблочко, друзья. Так. Это дело тоже все заправим внутрь яблочко. И я добавлю потом, друзья, внутрь гранат. Буду я потихонечку нарезать мою тоненькими-тоненькими полосочками капустку и продвинемся вперед. Так, друзья, нарезали мы капусту. Я салата делаю сегодня много. Салат мы любим. Как ранее сказала, я взяла половину яблочка, натерла на терочке, взяла гранат. Вот еще немножечко посыплю гранат. И у меня вот такой хима-лимони, лимон. Немножечко я нанесу сюда лимон. Соль. Оливковое маслице. И все это дело мы перемешаем. Ой. Так, это все собрать надо. Немножечко сделали мы аварии, но не без этого. Бывает. И как говорится, и на старуху бывает проруха, друзья. Так, и положу я
петрушку и укроп. Сейчас уже все. Все дело по возможности будем перемешивать. Такой чудесный сегодня у нас салатик, друзья, будет. С гранатом, с яблочком, с лимонным соком, с оливковым маслом и с укропом и петрушечки. Так, я буду перемешивать хорошо, потому что это очень немножко таким салатиком, друзья. Можно гранатик высыпать весь, чтобы как бы было красивее. И красивее, и вкуснее. Даст сок, придет в себя, друзья, и будет вот такой чудный-чудный у нас салатик. Так, друзья, салатик готов. Таким чудесным салатиком. Яблочки, гранатик. Я с вами делюсь, друзья. Скоро мои панцетты будут готовые. Поделюсь я с вами и ими. Вот как-то так. Давайте покажусь я вам тоже, друзья. А то скажут, что показывает только грудь. Да, вот такой салатик, друзья. Будем ждать. Я пью за вас, девочки. Пью мое киприотское вино. Такое вкусное. Бесподобное такое, густое. Да. За вас, дорогие мои девочки, мальчики. Не думайте, что много вела. Налила вот столечко, меньше половины бокальчика. Я не пью много. У меня вообще дома никто не пьет. Ну, просто как бы время протянуть, пока мои панцетты сжарятся. Вот, салатик сделали. Ну, я глоточек-глоточек делаю, друзья. Ну, вот, будем ждать. Панцетты наши выпеклись. Картошечка готовая. Сейчас я переложу все это в блюдо. И продвинемся вперед, друзья. Итак, друзья, панцетты и картошечка наши готовые. Мы пойдем сейчас кушать. Пришло время обеда. Салатик, друзья. И у меня есть вот такие чудные маслинки, друзья. Будем мы кушать и маслинки, и наши панцетты. Кому понравилось, друзья? Кому понравилось, как я испекла мои панцетты и картошечку? Готовьте, друзья. Ешьте. Всем приятного аппетита. Ну, вот как-то так, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте мне класс. Смотрите. Готовьте. Ешьте, наслаждайтесь, друзья. На этом я с вами попрощаюсь. Всем пока-пока, всем хорошего дня, всем удачи, мира и в доме, и на планете, и в душе, друзья. Ну, вот как-то так. Всем пока-пока, до нового видео. На такой вот красоте, на таком блюде мы с вами остановимся, друзья.